часть 2-3 на ветвьями строить. Тоже была часть 5 патологически не влезать. Быть 5 в 2 ветвьями построить. 47 в 2 ветвьями построилось. Сюда ко мне влево принимают, 47. А быть 5 там вся из-за пенников повылезала, блядь, и стала в одну стрегу, в один стройный. А то позалипли да. Там, блядь, да. Пооблокачивались, блядь. Механик где? Механик! Командир бы на стенде, блядь. Доложите мне, что там все, блядь, из-за пенников повылезали. Помочь ему, короче. Все там из-за пенника вылезли. Почему-то, блядь, вот на других плотах не служил, мне, но изо дня в день, блядь, все больше и больше прихожу к выводу, блядь, что только, блядь, русского матроса, блядь, в некоторых случаях и не русского матроса, надо, блядь, заставлять, нахуй, наводить порядок вокруг своей, пардон, жопы обосранной, блядь. Отпизденели всю субботу. В кассе пробились, а дохуевали отпизделия все воскресенье, блядь. Нихуя ничем не занимались, блядь. Женский день, блядь, отмечали, блядь. Ни одной бабы на корабле нету, а моряки охуевали, блядь, на корабле. От безделия. И вот, блядь, думали, что, блядь, чудеса на свете происходят. Попердывая, блядь, ничем нахуй не думая, блядь, поползли по постам, блядь. И, блядь, команды, как вот я понял, блядь, к вам надо, блядь, дети, относиться, как к собакам, блядь. Всех на ошейнике держать, блядь. Звонок. Тарелка с едой, блядь, слюна потекла, блядь. Звонок, блядь, за ошейник дернул, блядь. Как к собакам надо относиться, блядь. А потому что, блядь, когда я спокойным голосом, блядь, на юте говорю, блядь, в кубриках навести порядок, приготовить. Хуй там все, блядь, что-то наводилось, блядь. Блять, так себя корю нахуй, что, блядь, вот, блядь, с утра вам, блядь, не устроил, блядь, террор, блядь. И вдобавок тем замечаниям, которые я услышал, блядь, в субботу, не устранено, блядь, начальник штаба, блядь, чуть ли не помойкой обозвал корабль, блядь. В кубрике, говорит, бардак, трусы, блядь, какие-то вешаются, блядь, сушатся до сих пор, блядь. Электроколоридеры, блядь, по углам рассованы, блядь. Это все, блядь, для того, чтобы, я думаю, блядь, если мой сын будет служить на таком же корабле, блядь, да я этого командира, блядь, за то, что он, блядь, держит его, блядь, в холоде, блядь, без еды, блядь, в говне, блядь, я его ненавидеть буду. Поэтому требую, чтобы приборка наводилась. Разрешаю, блядь, чтобы колоридеры, блядь, грели ваши жопы, блядь. И, видимо, делаю я неправильно, блядь. Вас, блядей, надо поселить в кубриках, нахуй, градусов по 5, по 10, блядь, на месяц, на 2, блядь, чтобы, блядь, знали, нахуй, что такое плюс 5, блядь. Они в кайфе бьются, блядь. Колоридер 220, блядь. Греет им нахуй, охуевай, кислорода нету, и хорошо, а это, блядь, запрещено! Командиру кубрика номер 1, командиру кубрика номер 2, кроме штатных электрогрелок, блядь, использование электрооборудования запрещаю! Все электрооборудования собрать в каюте номер 2, блядь! Укрываться шинелями запрещаю. Будьте у меня, как в кадетском корпусе 905 года. Температура в помещении плюс 10. Точка. Устроить бардак, блядь.
Вас, блядь, надо ночевать поставить в магистральном коридоре, блядь! Чтобы, блядь, попали у меня в 3 часа в обмороке! А я пройдусь, блядь, полшестого по телам, блядь, бездыханным. И зато, блядь, доложу начальнику штаба. В кубриках порядок, товарищ начальник штаба. Потому что мои, бляди, обезьяны безмозглые, по-другому нахуй не понимают. Я так понимаю, в кубриках надо навести порядок, блядь. Нахуй, по постам вас отправить жить, блядь. В 14 часов 15 минут, блядь, будет объявлен сигнал «Учебная тревога». И меня, блядь, не ебет! Успели вы пожрать? Не успели! Пожрали вы! Поссали! Мне похуй, блядь! Корявый 15 часов должен быть заведен и паспорами к учению отрабатываться, блядь. А в кубриках будет порядок, блядь. Если, блядь, где будет бардак, нахуй, ночевать будете сегодня в коротковой столовой команды в магистральном до звезды где.